Привет, ребят. Не важно, что вы рисуете яблок или портрет человека. Даже самые сложные формы можно упростить и выявить большие плоскости. Это делается для того, чтобы понимать и выявлять большие объемы. И не разбивать форму мелкими деталями. В своих работах я не делаю построения, но все основы и правила академического рисунка соблюдаю и держу в голове. Поэтому обязательно, если что-то рисуете, упрощайте, выявляйте большие плоскости, смотрите, как это не относится к источнику света, и тогда вы будете понимать, как строить объем того или иного предмета.